Привет, привет! Присоединяйтесь, всех жду. Такое немножко неудобное время, наверное. Все едут, наверное, с работы. Что-то никто не хочет слушать. Ребята, где вы? Подождем. Всем привет, присоединяйтесь. Добрый вечер. Давайте все освобождайтесь от работы и скорее слушать эфир. Жду вас. Вот, молодцы. Отлично. Сейчас еще немножко подождем и начнем наш эфир. Напишите пока, как меня слышно, видно. В любом случае, будет эфир в записи, я его оставлю, сохраню. Поэтому будем начинать. Кому будет интересно послушать, еще посмотрят эфир. Еще раз всем привет. Давно не виделись, давно я не выходила в прямой эфир. Сезон, очень много работы, ненормированный рабочий день, поэтому... редко выхожу на связь с вами, но все-таки решила с вами пообщаться о направлениях, которые будут пользоваться спросом осенью, зимой, то есть уже пора планировать свой зимний отдых, осенний отдых. Уже просчитаны туры, есть цены, доступно все к бронированию, много интересных новостей, новинок, несколько интересных рейсов запустили, поэтому вот спешу вам об этом рассказать. Сегодня хочу пообщаться с вами в формате вопрос-ответ, потому что очень много сейчас работы, скажу вам честно, не сидела, не выписывала, не подготавливала, хотя вру, выписывала немножко. Но это не так много информации, как хотелось бы мне лично подготовить для вас в эфире, но тем не менее я хочу, чтобы вы задавали ваши вопросы касаемо именно отдыха зимнего, осеннего, какие вас интересуют направления, я вам все расскажу. Поэтому жду-жду ваши вопросы, а пока и в Фейсбуке, и в Инстаграм. Вижу, еще много присоединяются людей. Давайте пока я начну рассказывать о новинках осенне-зимнего сезона. Например, будет летать из Киева прямой рейс в Таиланд, именно на Пхукет. Да, наконец-то туроператор Annex Tour ставит рейс на собственную авиакомпанию Azur Air. Они купили большой самолет Boeing 767 и дальнемагистральный, соответственно, они могут теперь выполнять полеты на дальние расстояния, и они поставили рейс на Пхукет, на остров Пхукет, это Таиланд.
И это стало нам доступно из Киева, не только из Белгорода. О Белгороде чуть позже я расскажу. Значит, рейс будет прямой. На борту будет питание. По времени занимает перелет около 10 часов. И вот уже, сейчас я вам скажу, выписала себе, с какого числа будет полетная программа. Значит, в Таиланд первый рейс у Анекс Тура будет 26 октября. Летать будет на 11-12 ночей самолет. То есть вы сможете попасть на остров из Киева по доступным ценам, кстати. Раньше Таиланд, именно остров Пхукет, был доступен только на регулярном рейсе и только с пересадкой в Бангкоке, еще плюс внутренний рейс на остров был. А сейчас из Киева вот будет прямой рейс, поэтому вот я вам так это позиционирую, что вау, наконец-то появилась такая прекрасная возможность. Значит, что вас, наверное, интересует, что же по стоимости? По стоимости на первый выход цены на остров Пхукет, на самый минимальный отель, да, то есть самый бюджетный, скромный, на пляже, который более оживленный и не сильно с развитой инфраструктурой, но не сильно чистый пляж. По стоимости на завтраках отель 2 звезды от 1970 долларов за двоих. Это уже с перелетом, с трансфером, проживанием и питанием завтрак и страховкой. То есть вы уже видите, что очень даже приемлемые цены на остров. И сейчас мы их сравним с перелетом из Белгорода. Но о Белгороде опять-таки чуть позже. Еще для вас хотела вас ориентировать по поводу, так как мы говорим об осени и зиме, хотела вас ориентировать о ценах примерных на Новый год. Потому что уже на Новый год я рекомендую бронировать сейчас, думать о своем отдыхе, так как на Новый год очень большой спрос, цены ближе к вылету будут расти, и ближе к вылету мест свободных и в отелях, и на рейсах будет очень мало, соответственно, цены будут расти. Поэтому бронируем сейчас, пока есть большой выбор отелей, пока все это доступно, можно выбирать, бронировать. Итак, значит, если мы берем этот прямой рейс из Киева на Пхукет на Новый год, дата удобная, 28 декабря вылет на 12 ночей. То есть, получается, на 12 ночей это... Ну, в общем, это не первые числа января вы улетите обратно. То есть, очень комфортный рейс. Захватите праздник, отдохнете. И по стоимости цены начинаются от 2500 долларов за двоих. То есть на Новый год для острова Пхукет это очень хорошие цены на прямом перелете. Что касается вылета из Белгорода, он все так же актуален в этом году. Снова будут летать чартерные рейсы прямые из Белгорода на остров Пхукет. С 31 октября уже стартует полетная программа на 12 тоже ночей, на 11-12, в зависимости от даты вылета. И цены на такие же минимальные бюджетные отели начинаются от 1700 долларов за двоих. Что касается Нового года, то есть вылет 30 декабря. В сравнении с прошлым годом это более удобно, потому что в прошлом году вылет стоял то ли 31 декабря, то ли 1 января. Ну, то есть это было не всем подходило, не всем было удобно. Особенно тем, кто возвращался с предыдущего рейса, то есть люди, которые возвращались 31 декабря домой. Не совсем было удобно. Так вот, этот рейс будет в этом году 30 декабря на 12 ночей. Опять-таки все праздники захватывает. Отдых, тур наш, да, и по цене от 2700, то есть разница в стоимости небольшая, тут уже выбирать, кому как удобнее добираться или из Белгорода, либо из Киева.
так как и по ночам здесь одинаково, только если с датами поиграться, да, кому какие даты больше подойдут. Так, это что касается Таиланда, острова Пхукет и прямых перелетов. Видела тут был вопрос. Сейчас посмотрим. Мама, привет. Так, в каком месяце лучше лететь в Египет и какой отель для деток? Да, Египет. Конечно же, осенью самое популярное направление это Египет. Тем более Египет есть из Харькова, уже просчитаны цены. Вылеты и сейчас, на данный момент есть, на август, на сентябрь. То есть смело уже можно лететь отдыхать в Египет. В каком месяце лучше лететь? Сезон считается. Такой, не то чтобы сезон считается, вообще круглый год в Египте море теплое, бывают, конечно, сезон ветров прохладнее, это зимой, в феврале, в январе, в конце января, но в целом в Египте можно отдыхать круглый год. И самые приятные месяца осенью, если мы берем осень, по температуре воздуха, это вот с сентября можно рассматривать. И все зависит от климата, конечно. Каждый год он меняется, каждый год по-разному. В прошлом году до конца декабря, ну, скажем так, до 20-х чисел декабря еще была очень комфортная погода, было тепло очень и не было сильных ветров. Также мы предлагаем для семей, которые с детками, и для клиентов, которые хотят более закрытую бухту, ну а в принципе все хотят зимой попасть в более закрытую бухту, мы предлагаем именно их. Есть такие, например, Асу Мальсит, она самая закрытая от ветра, там самый лучший пляж и самый лучший коралловый риф, где есть заход песчаный, как раз для деток подходит, плюс нет ветра, и плюс есть парочка достойных отелей. То есть есть там бюджетный отель, скромный, у него большая территория, но он не новый, скажем так. Скромное питание, то есть не разнообразно, небольшой выбор. Но, тем не менее, отель имеет шикарный пляж. То есть в Египет едут, как я обычно говорю, в Египет едут не за номером, а за морем, за пляжем, за красивым подводным миром. Поэтому для бюджетного отдыха этот отель подойдет. Скажу его название, он называется Фарана Риф, 4 звезды. Так, на ваш вопрос я, наверное, ответила. В каком месяце лучше лететь? Ну, то есть это может быть сентябрь, октябрь, ноябрь, вполне комфортная погода, но в это время могут быть цены на туры немного выше. Но еще есть момент, очень снижаются цены, вот по практике каждый год, в принципе, вот конец ноября и до середины декабря, вот до того, как захватывают уже новогодние праздники, рождественские, цены снижаются. Причем это период, наверное, самых низких цен, не считая снижения во время ветров зимой. Это вот конец января, февраль весь, вот здесь самые низкие цены. И конец ноября, до середины декабря тоже можно забронировать по очень выгодной стоимости. На данный момент цены не сильно снижены, я бы так сказала. То есть на среднем уровне они держатся. Даже бывает выше среднего. Но не исключено, что ближе к вылету на эти даты будут снижены цены. Но, опять-таки, есть нюанс. Как я вам всегда говорю, то, что вы уже знаете, вы же опытный турист, я знаю. Популярные отели, такие как, например, Султан Гарденс, Coral Sea Sanctuary, и так далее, Риксос, например, они бронируются заранее. Джаз Фанара отель, бывший Ибер отель,
те отели, которые качественны, которые пользуются спросом, популярностью в связи с тем, что они предоставляют шикарное питание, да, шикарный сервис, у них хороший пляж, закрытая бухта от ветра. Все эти составляющие делают их, естественно, популярными, повышают на них спрос, и там очень много повторных гостей, которые из года в год приезжают, им все нравится. И, соответственно, эти же люди бронируют заранее свои любимые отели. В этом году, кстати, у нас, вы видели, наверное, у нас руководитель Антон едет большой компанией с детьми. Они едут в декабре в отель Sultan Gardens. Поэтому, кто хочет, присоединяйтесь. Еще пока есть места в Султане. Отель достаточно большая территория. Он очень зеленый. Один из немногих самых зеленых отелей в Египте. Хороший пляж для деток, есть вырубленная лагуна, то есть можно там купаться не с понтона, да, то есть деткам подходит. А также есть понтон. Понтон не длинный, он пластиковый, но он с поручнями, то есть очень удобно, можно посмотреть подводный мир, насладиться коралловым рифом, рыбками, посмотреть их. Так. Вопросы в Фейсбуке не вижу. Так вот, присоединяйтесь. Уже я даже и со счета сбилась, сколько человек едет в Султан у нас. Антон, я смотрю, ты здесь. Подскажи, сколько у нас уже там человек, если ты помнишь тоже. Ну, то есть у нас большая уже компания, и все с детьми. Так что, кто хочет... качественный отель, проверенный не раз, и чтобы было не скучно, веселой компании, милости просим, пока есть места. Есть ли тур по Нилу? Да, по Нилу тоже предлагаются туры, это чаще всего вылет, не чаще всего, а всегда вылет из Киева, потому что Нил комбинируется с отдыхом в Хургаде. То есть там идет в основном комбинированный отдых Хургада плюс круиз по Нилу. Такой тур тоже возможен из Киева. Так, что по вопросам? Вопросов больше нет, никому ничего не интересно, что ли? Давайте спрашивайте, отвечу на ваши вопросы. А пока вопросов нет, все внимательно меня слушают. Я расскажу еще об одной новинке, точнее, это как не новинка, Доминикана. Доминикана у нас был в прошлом году прямой чартер от МАУ авиакомпании, но в этом году, помимо того, что будет и МАУ летать в Доминикану прямой рейс, еще, опять-таки, Анекс-тур на этом большом самолете будет летать в Доминикану, также прямой рейс. Доступные цены, и те люди, которые не хотят лететь с пересадками, а с пересадками у нас доступны рейсы от авиакомпании Air France, которая летает через Париж, и на обратном пути, как правило, стыковка достаточно длительная, около 10-11 часов, и кому это неудобно, не подходит, кто любит сесть в самолет и встать уже в конечном пункте, для тех как раз идеальный вариант полететь на прямом рейсе в Доминикану. Значит, первый рейс будет 1 ноября на 10 ночей. По стоимости даже себе отметила или не отметила. Не отметила, а запомнила, вспомнила. Значит, по цене на первый вылет от 3000 долларов за двоих, но в Доминикане отель идет, как правило, 4 или 5 звезд большой территории своей, и на берегу расположен, и питание по системе все включено. То есть, в принципе, у вас на отдыхе больше дополнительных расходов не будет, потому что у вас полное питание, у вас есть напитки алкогольные и безалкогольные,
Дополнительные расходы это могут быть только ваши личные, там, может быть, сувениры какие-то, либо экскурсии. Немножко о Доминикане, о сезонности могу бегло рассказать. Сезон считается, вообще отдыхать можно круглый год, но летом, в летние месяца может быть дождь, но дождь бывает, как правило, только ночью, и если бывает и днем, но он не, длится не дольше часа, это, конечно, не моросящий дождик, это ливень, но он не дольше часа длится, и потом заканчивается, и как ни в чем не бывало, все комфортно отдыхают, и даже если облачно, то можно загореть и даже обгореть. Поэтому в Доминикану средства от загара не меньше 50, защита должна быть. Поэтому и в туче будьте аккуратны. Значит, есть еще сезон ураганов в Доминикане, это тоже очень важно. Все боятся этот период, это август и сентябрь. Может быть период ураганов, но... В чем особенность отдыха в Доминикане именно на побережье Пунта-Каны? Пунта-Кана находится на восточном, более восточнее, и, соответственно, там из-за хребта, высокого горного хребта, ураганы туда не добираются, и там обычно все спокойно и тихо. Поэтому можете не бояться. И на данный момент есть рейсы Air France с пересадкой. Есть и в августе, и в сентябре. То есть на весь год есть рейсы, они доступны, можно их бронировать спокойно и отдыхать в райском месте. А что касается рейсов прямых, то с 1 ноября, это если Annex Tour летит 1 ноября, а если это прямой чартер МАУ, то можно с 25 октября уже смело бронировать, лететь тоже на 12 ночей. И ценовая политика плюс-минус такая же, где-то от 3200 долларов за двоих. Опять-таки на питание все включено. Хороший отель. И еще, также я посмотрела для вас даты вылета в Доминикану ближе к Новому году. Это, если это Annex Tour, прямой рейс, есть 23 декабря по 3 января на 11 ночей получается тур. Ценовая политика от 4600 долларов за двоих. Но учитывайте, что это Новый год. Доминикана, я смотрела, сравнивала еще с рейсами регулярными Air France с пересадкой во Франции. Там цены более 5000 на Новый год. И Доминикана на Новый год очень пользуется спросом. Такое популярное направление, так как это считается такой активный сезон. Это вот с ноября и по... апрель считается вообще благоприятная погода, хотя в прошлом году в декабре были, в январе были дожди, но опять-таки они не дольше часа, ночью в основном, не мешают, в принципе, отдыхать. Так, что-то я сбилась с мысли. Да, сказала, вот 4600 долларов за двоих на 23 декабря, и если это... МАУ не выписала. Ну, в общем, пишите в директ, пишите в сообщение. Я для вас посмотрю, когда есть и на МАУ, и на Азур Эйр, и на Эйр Франс. То есть любой каприз рассчитаю для вас. И хотела вам сказать по поводу просчета, по поводу запросов на туры. Если вы планируете ваше путешествие на ближайшие даты, рекомендую вам обращаться как можно скорее ко мне, потому что загруженность у меня достаточно большая. До 9 до 10 вечера сейчас на работе нахожусь, поэтому
Пишите заранее, чтобы вы вовремя все выбрали, так как очень много желающих сейчас поехать отдохнуть, поэтому я вас жду. Не затягивайте. Так, ой-ой-ой, сейчас идет моя тут конструкция. Ну, пишите, пишите еще вопросы ваши. Сколько у нас эфир идет? В Фейсбуке вопросы. О, в Фейсбуке есть вопросы. Интересует бюджетный отдых на несколько дней в Европе. Венгрия, Чехия, Рождество. Так, по поводу европейских туров, да, Венгрия, Чехия, есть туры, можно выбрать, можно и на Рождество, и на Новый год. Мы, кстати, выставляли тур вчера, если не ошибаюсь, в Вену, на Новый год, на несколько дней. Есть такие туры, есть с экскурсиями включенными, есть без них. То есть по вашему пожеланию можно выбрать либо групповой тур, либо можно индивидуальный тур сделать. То есть все сделаем. Пишите нам в личные сообщения. Мы в рабочее время с девочками вам ответим, просчитаем, выберем для вас по вашим пожеланиям. Так, подскажите, учитывая ветер на декабрь, отель в Египте, средней ценовой категории, не VIP, но и чтобы питание отель был хороший. Сергей, опять-таки, важно учитывать, средняя ценовая категория, для каждого она может быть разная, что такое понятие не VIP и отель был хороший. И мне нужно с вами провести беседу, да, выявить, что для вас важно, какие критерии отдыха важны. Что обязательно нужно вам на отдыхе? С ребенком вы отдыхаете или без? То есть более активный вам нужен отдых, либо спокойный пляжный. В целом, просто могу назвать отели на лично мой рейтинг, скажем так, средних отелей, которые не делюкс уровня и не совсем плохого качества, скажем так. Потому что в Египте отели не свежие, не новые, я бы так их назвала, потому что в Египте сейчас не лучшие времена. Ремонт в номерах, в отеле делают единично, то есть не в очень редких исключениях он делается это в отелях высокого уровня, в основном из новых свежих отелей, это Rixos, Seagate, Штегенбергер, Альказар. Сейчас я вам так это все рассказала, такие слова странные. Но, в общем, они новые, свежие. В Coral Sea Sanctuary еще тоже может быть посвежее ремонт. Он сам по себе более свежий отель. Все остальные, конечно, старенькие. Но, опять-таки, я говорю, не за номером едут в Египет, а за морем. Из средней ценовой категории. Это может быть Reef Oasis Blue Bay, Reef Oasis Beach. Отель тоже, вот опять-таки, минус у него в номерах, в номерном фонде Reef Oasis Beach. Но идеальный пляж для детей, идеальный пляж не только для детей, а для взрослых, так как там очень красивый коралловый риф. Не знаю, куда смотреть, и задают вопрос в Фейсбуке, смотрю пока сюда. Дальше, какой еще можно отель предложить? Средней ценовой категории. Джаз Фанара. Но опять-таки, в этом году я смотрела цены, вот как раз на декабрь. По итогам, наверное, прошлого года отель понял, что он довольно-таки неплох, и мы его предлагали в прошлом году как альтернатива Султану. Соответственно, он в этом году поднял цену, и раньше, к примеру, он мог стоить 1100 долларов на двоих на неделю, то сейчас я смотрела, он более 1500, 1800, где-то так. Делает отель еще реновацию номеров старого корпуса,
Соответственно, наверное, на это еще нужны средства ему. Стоимость пока что высокая. Джаз Фонар отель также находится на самом лучшем пляже в бухте Рас Ум Эль Сид. Из Монте-Карло, кстати, в этом году хороший рейтинг имеет, достаточно много положительных отзывов по нему. Анимацию добавили, качество питания улучшили, тоже имеет место быть, но по стоимости тоже он уже вырос, пополз вверх. Еще что из среднего уровня. Конкорд Фронт, на площади Сохо расположен отель. Тоже он может быть в средней цене. По питанию нормальный, но разные отзывы. Такое ощущение, что в разный период разные повара готовят, разные смены по-разному готовят, поэтому разные отзывы. Но в целом Конкорд неплохой отель, и можно выйти за пределы территории, погулять на площади Сохо. Там и клубы есть, и рестораны, и кальянные, кафе, каток, кинотеатр, все, что захотите. Так, надеюсь, ответила на ваш вопрос, но я бы вам рекомендовала обратиться уже лично ко мне, чтобы я знала ваши даты, количество ночей, человек, ваши пожелания по отелю, именно то, что важно для вас, а не то, что не мой личный рейтинг отелей, да? Чтобы это было правильно. Тут я еще видела вопрос. Ценовая политика Султан. Ценовая политика Султана, на какую-то дату могу привести пример. К примеру, вот сегодня мы подбирали. Семья, два взрослых и один ребенок, 6 лет. 1968 долларов на 9 ночей. Эта стоимость была на середину ноября. Семья, два взрослых, один ребенок. Если рассматривать по стоимости на двоих, то в пределах 1500 долларов он стоит на двоих. Но опять-таки, все зависит от конкретных дат, от количества ночей. Так как стоимость в сентябре и в ноябре, в декабре может существенно отличаться, а также отель может быть в стопе, то есть не будет номеров свободных на эти даты. Поэтому запрашивайте лично, и я вам расскажу по вашим параметрам. И тут еще был вопрос. Какие отели вам понравились в Доминикане? Да, была в Доминикане в сентябре прошлого года. Смотрели мы отели и экскурсионную программу по отелям. Значит, из тех, которые мне понравились в топе, это Occidental Punta Cana, это бывший отель сети Барсело. Отель новенький, стильный, они его отреновировали. Стильные бассейны, цвета такого не голубого, а темно-темно-синего. Пляж такой типичный доминиканский, вот как на фотографиях, то есть пальмы, белый песок. Ну, очень красивый пляж, то есть не у всех отелей есть такие красивые виды на пляже. Сам пляж может отличаться от вашего представления пляжа в Доминикане, поэтому тоже нужно очень внимательно выбирать отели, чтобы у вас картинка сложилась с вашими ожиданиями, так как можно попасть на пляж, к примеру. Отель есть Hard Rock, он считается высокого уровня, там очень большое, самое большое казино, сам отель именно стилистический, тематический, но у него есть нюанс, у него очень большие волны, пляж такой вот с волнениями сильными. Поэтому и пальмы расположены
То есть берег очень широкий такой, не как на фотографиях, да, которые мы можем найти в Гугле. Берег широченный, волны такие сильные, ну, нетипичный пляж. Ну вот особенность, не всем подойдет. Ну, отель высокого уровня. Что еще? Какие еще отели были хорошие? Отель Барсело Бавара. Есть Пэлас, есть Бич. Мне, если честно, нравился больше Бич. Это Барсело Бавара Бич, 5 звезд. Он только для взрослых. И у него, в принципе, активная анимация, но она только в бассейне, да, активная. То есть там музыка, конкурсы, всякие развлечения водные в бассейне. Все это весело, активно. Но есть зоны для релакса, то есть можно уединиться, есть тихие бассейны, и сам пляж, он более спокойный, нежели в отеле Барсело Бавара Пэлас. Там отдыхают и с детьми, и отель очень большой, в нем достаточно много номеров, и, соответственно, такой своего рода муравейник. Много было людей, шумно. На этом контрасте Барсело Бавара Бич, он, конечно, был такой умиротворенный, красивый пляж, спокойный, тихо. Мне понравился он больше. Ну, вот это, наверное, самые яркие для меня были отели. Реально ли найти отель в Доминикане, чтобы не было шумно? В идеале только для взрослых, возможно, бунгального размещения. Ну вот как раз Лариса спрашивает, да, вот я вот о нем говорю, он для взрослых, Барсело Бавара Бич, спокойный, но и шумный, да, то есть тут по интересам будет, захотите более активно провести ваш отдых, вы можете на бассейне быть, у бассейна. Если хочется умиротворения, тишины и спокойствия, можете быть на пляже, и там действительно вот тихо, уютно, спокойно. И там есть разные категории номеров, есть в корпусе, и есть более уединенные номера, можно сказать, бунгального размещения. Ну, номера там, кстати, не конек отеля, то есть там они могут быть простые. И нельзя сказать, что они плохие какие-то, они простенькие. Ну, на фоне, к примеру, отелей, даже Барсело Бавара Пэлас, немножко они проще. Но все, что нужно есть, качественный текстиль, постельное белье, то есть все чисто, аккуратно, приятно. Что же еще вам рассказать? Что же еще вам рассказать? Еще из направлений. Зимой еще, кстати, можно посетить Эмираты, так как сезон считается активный такой сезон. Это октябрь, ноябрь и начало декабря. Тоже все зависит, каждый год по-разному климат меняется, непредсказуемо. Но вот в прошлом декабре уже в середине было немножко прохладно, можно уже было одевать легкую курточку. Самый сезон октябрь-ноябрь – это вообще самое роскошное время в Эмиратах. Доступны рейсы из Киева. Уже сейчас можно бронировать рейсы регулярные Fly Dubai. И есть рейсы МАУ. Разное расписание рейсов. Есть более удобно, менее удобно по Эмиратам. Если хочется пляжный отдых за умеренные деньги, то это может быть Эмират Аджман. Есть несколько хороших отелей 5 звезд, работают по разному питанию, завтраки, завтрак, ужин, и завтрак, обед, ужин. Единицы работают, но все включено. В Аджмане в основном безалкогольные отели. Отели на берегу, белый песчаный пляж.
Только один, в принципе, есть, который просторный пляж в Аджман-Кемпинске. Переименовали его, если я не ошибаюсь, да, его переименовали, теперь он просто Аджман Хотел. У него самый лучший пляж в Аджмане, он самый большой, просторный, широкий пляж. Остальные отели 5 звезд, они имеют также хороший пляж, но он по размерам чуть меньше, то есть он не такой длинный по ужину. Если рассматривать отели, точнее отдых более активный, если хочется посмотреть страну, Дубай, достопримечательности основные, то можно остановиться в отеле трехзвездочном, к примеру, 2, 2, 3, 4 звезды, городской отель, это, как правило, высокое здание, на крыше может быть бассейн, к пляжу есть тоже зачастую трансфер бесплатный от отеля, несколько раз в день туда и обратно могут отвезти, привезти. В остальное время вы можете самостоятельно организовать ваш отдых, ваш досуг, можете съездить на несколько экскурсий. Экскурсии за 7 дней вы весь Дубай не изучите, не все не посмотрите, поэтому можно смело ехать для активного отдыха, для тех, кто ищет новые впечатления, эмоции. Это будет незабываемо. Пляжные отели именно в городе Дубай, в Эмирате Дубай, будут по ценовой политике достаточно отличаться от Аджмана, будут выше, но есть и достаточно демократичные цены на отели, то есть на берегу. Это, к примеру, Хаптур пользуется спросом. Отель, он подходит хорошо для семейного отдыха с детьми. Там есть горки, бассейн, развлечения и рядышком пляж. И он в хорошем ценовом диапазоне. Что можете порекомендовать в августе? В августе можно порекомендовать вообще достаточно много направлений. Все зависит от ваших пожеланий, какой для вас отдых подходит. В августе можно поехать и в Турцию, и на Эгейское побережье, и на Анталийское побережье, и Черногория, может быть, и тот же Египет сейчас тоже есть рейсы. Кипр из Киева, Испания из Киева, Италия из Киева. Что душа пожелает? Все это на данный момент доступно. Так, какие экскурсии рекомендуете в Доминикане? В Доминикане на самом деле не сильно много экскурсий. Основные – это остров Саона. Экскурсия состоит из посещения такого бассейна в Карибском море. То есть вы вроде бы находитесь на глубине, то есть далеко от берега, но там такой как островок, как вот действительно бассейн, и там мелко, и там лежат на дне звезды морские. Там останавливается катер, и вы можете сфотографироваться с этими звездами. Этих звезд можно брать только на несколько секунд, ее поднимать из воды, так как если она больше 5, если я не ошибаюсь, 5 или 3 секунд она будет без воды, а на воздухе, она сразу же каменеет, белеет и умирает. Поэтому для того, чтобы сделать вот такие красивые фотографии, наверное, как вы видели, люди такие все в звездах, звезды красивые, красненькие, такие оранжевые, терракотовые. Это все делается так. Раз, два, три, и в воду сразу же. Раз, два, три, и в воду. Да, ну, кстати, наблюдали печальную картину. На дне лежали звезды, которые были дольше положенного без воды, на воздухе, и они были уже характерного цвета, к сожалению. Граждане, ради фото не следуют рекомендациям гидов, которые
рассказывают, как положено фотографироваться с ними, чтобы это было без вреда для них. Вот. А дальше, после того, как все нафотографируются с этими звездами, катер плывет на остров Саона. Остров Саона – это такой красивый островок, белый песок, пальмы, много мест для фотографий и много людей, естественно. То есть в любом месте, которое очень красивое, популярное, там, конечно, много туристов, которые хотят посмотреть, соответственно, много людей, но, тем не менее, остров очень красивый для тех, кто хотел попасть на Нарайский островок, это как раз подойдет экскурсия. На этом острове вы проводите около 2-3 часов, там будет обед, в свободное время, то есть вы отдыхаете, фотографируетесь, купаетесь, а потом вас на таком катере, точнее это не катер, катамаран это называется, такая большая яхта с палубой, и вы плывете медленно, вам ставят ритмы доминиканские, учат вас танцевать местные танцы под местную музыку, достаточно это все колоритно, классно, незабываемое ощущение, всем советую поехать на такую экскурсию. Еще основная экскурсия это Санто-Доминго. По пути в Санто-Доминго могут привезти еще посмотреть пещеры. Тоже очень красивые пещеры, подводные озера. И в Санто-Доминго покажут дом Колумба. Прогуляетесь по городу, тоже посмотрите архитектуру. Красиво. И еще третья экскурсия – это полуостров Самана. Там она достаточно объемная, то есть много составляющих там. Вы сначала летите на самолете, потом вы едете на джипах по горе, потом, нет, не по горе, а просто едете на джипах, потом по горе на лошади к водопаду, потом в водопаде купаетесь, все это фотографируете, все это красиво. Еще там что-то, какие-то составляющие были, ну, то есть там несколько видов транспорта вы меняете, то есть достаточно насыщенная экскурсия. И еще есть одна экскурсия, она такая более релакс-релакс, это просто для фотографии, я бы сказала, есть такая гора, на ней высокая гора, на ней стоит качеля, и все на этой качели фотографируются, просто вид с этой качельки как с обрыва. То есть на фотографии кажется, что вы летаете над пропастью. Она недорогая, кстати, по стоимости все экскурсии в Доминикане примерно от $100 начинаются, а это на качельках, естественно, подешевле, она что-то около 40 или $50 стоит. Возможно, у кого-то есть вопросы, смотрю, скоро у нас эфир будет заканчиваться. Если у вас еще есть вопросы, я вас послушаю, вам отвечу. Если вдруг нет, я буду дальше работать. Буду дальше трудиться, подбирать для вас подходящие отели, подходящие направления. Что вам еще рассказать? По направлениям осень, зима. Ну, основные, конечно, как прежде, Таиланд, Шри-Ланка. Тоже в этом году уже доступны туры. Можно и на Шри-Ланку полететь. Одна из моих любимых, в принципе, стран. Мне очень понравилось на Шри-Ланке. Доступна Шри-Ланка, кстати, в этом году, как и в прошлом, на прямом перелете МАУ.
около 8-9 часов рейс длится, и питание тоже горячее предоставляется, очень комфортно. И альтернатива есть Fly Dubai, как обычно, лоукост, через Эмираты, через Дубай, стыковка. Стыковка не длительная, около 1,5 часа на пути на Шри-Ланку и около 3,5 часов на обратном пути. Для тех, кто не любит длительные перелеты или плохо переносит и хочется походить, то расходиться, то как раз подходит до из Киева до Дубая лететь 5 часов 20 минут, и от Дубая до Шри-Ланки, до Коломбо лететь 4:15 примерно. Но на борту не кормят. Здесь будут только за дополнительную плату кормить. Но иногда есть Wi-Fi, можно купить Wi-Fi для тех, кто привязан к интернету, очень подходит. Да, по Шри-Ланке. Что еще по Шри-Ланке? Сезон, в принципе, тоже можно считать круглый год. Вот у нас туристы отдыхали в июле. Погода была прекрасная. Впечатления у туристов положительные, им все понравилось. Дожди, конечно, были иногда ночью и днем чуть-чуть бывали, но это нисколько не мешает отдыху. Волны есть, но волны есть и в ноябре, и в декабре, который считается сезоном. Поэтому волны на Шри-Ланке, мне кажется, это наоборот какое-то преимущество. Прыгать по волнам, я смотрю, по побережью все веселятся, всем это нравится. Когда ты сидишь в офисе, в турагентстве и выбираешь тур на Шри-Ланку, и кажется, что нужно найти отель и пляж, чтобы там было меньше волн, как же вот купаться, как же плавать. Ну, на самом деле, я думаю, люди, которые туда прилетают и видят, что волны, и они пробуют вообще, что такое прыгать по волнам, баловаться, дурачиться. Они забывают обо всем, о том, что им хотелось просто плавать, но на самом деле тоже удовольствие приносит колоссальное — дурачиться в волнах. Мы тоже все вроде бы взрослые девочки, ездили в командировку, и нас по вечерам из океана невозможно было вытащить, потому что вот нам так нравились эти волны. И для тех, кто захочет покупаться, просто поплавать, это может быть либо бассейн, либо можно съездить на пляже, там, где есть лагуны. Это, например, пляж у Наватуна, либо у отеля Cinnamon Bay тоже есть лагуна, либо в Хикадуве возле отеля Хикатранс. Там тоже можно плавать. Вот для отеля Хикатранс, кстати, есть, плавают черепахи. Там можно их покормить, увидеть, они большие. Тоже интересно. Вообще Шри-Ланка очень богата на свою экскурсионную программу. Можно будет как-нибудь провести эфир по этому поводу. Я смотрю, время уже заканчивается, скоро наш эфир прервется, если еще не перегружены туристами направления. На самом деле летом все хотят отдыхать, у всех отпуск, каникулы у детей, соответственно, все летние теплые направления, где сейчас тепло, все они, конечно, перегружены. Вот менее перегружено новое направление, которое раньше не было так сильно популярно, это в Италии Калабрия. В принципе, из Киева можно рассмотреть это направление. Может быть, вот там вот, может быть, поспокойнее. Ну, а так, людей не избежать, все хотят отдыхать, поэтому сейчас многие отели заполнены, многие хотят поехать отдохнуть в любимые свои отели, не позаботились о них заблаговременно и сейчас уже, к сожалению, не могут в них попасть на зиму. Ну, зимой комфортно отдыхать в Египте, в Таиланде много людей начинается после Нового года, вот такой наплыв прямо на Новый год, много людей
Но опять-таки в оживленных регионах, на оживленных пляжах это патонг, очень становится тесно, нечем дышать прямо. А если выбирать пляжи более спокойные, например, Майкал, либо Найхарн, либо Катаной, мой любимый пляж, то там может быть хорошо, комфортно. Не все туда доезжают, поэтому не сильно может быть людно. Так, буду заканчивать, а то сейчас некрасиво прервется. Ой. Спасибо всем за внимание. Будем ждать от вас ваши вопросы, запросы. Будем вам подбирать по вашим пожеланиям, предпочтениям наши любимые направления зимние. Зимние направления мы очень любим. Я вам не рассказала про Бали, про Индонезию. Вот это да! Молчала. В общем, может быть, в следующий раз я вам расскажу именно про Индонезию, тоже одно из моих любимых направлений. Я туда очень хочу, еще там не была, но мне импонирует эта страна, этот остров. Есть доступные цены, таких цен не было, вот 2 года назад не было таких цен, еще и с классным перелетом на катарских авиалиниях, считается очень крутая авиакомпания, комфортная, и можно круто скомбинировать Убуд, это умиротворение, зелень, рисовые поля и побережье. Обращайтесь, я вам все подберу, отправлю вас в незабываемые места, будете вспоминать. И потом рассказывать своим детям. Все, я вас жду у нас в офисе. Приятно было с вами пообщаться. Спасибо всем за внимание. Эфир сохраним. Так.